Сегодня в Ульяновской области проходит День территориального общественного самоуправления. Аббревиатура ТОС все чаще мелькает на газетных полосах, заседаниях правительства и просто не сходит с уст людей. Но знают ли сами жители города, что же такое ТОС? Подробности в нашем опросе. Я непосредственный участник, я хожу в один из советов ТОСов. Расскажите, вообще это как бы важно для людей, вот эта деятельность? Она не то, что важна, она необходимая. По той причине, что это такая форма объединения людей для, ну, скажем так, для достижения определенных целей на территории вот этих общественных самоуправлений. Реально классная вещь. И знаете, это товарищеское объединение людей дома, когда они объединяются, решают какие-то важные проблемы. Угу. Как вы считаете, нужно ли это? Не знаю. Не знаете вообще? В любом случае сделать так, как им удобно. Я отношусь положительно. Если работают жильцы этого дома, хорошо. Нужно ли это? Думаю, да. Думаете, да? Да. Можно сказать, чего тут? Товарищеское общество, чего? Содействие, содружество, спокойствие и так далее. Пообщавшись с людьми, оказалось, что многие ульяновцы просто не знают расшифровку аббревиатуры ТОС. Но при первом же прояснении вникают в суть, рассказывая про общественное самоуправление своего двора. Нет, дочка, ничего не знаю. Это территориальное общественное самоуправление, когда вот люди кооперируются и делают какие-то общественные блага. Как вот, на ваш взгляд, это вообще имеет место быть? Ну, так вот мы здесь переехали, все это сделано нами. Ну, не мной одной, конечно, а всем домом. Ну, тогда заводской это был дом-то, а сейчас всякий. Что-то слышал. Это территориальное общественное самоуправление, когда люди дома собираются и делают какие-то блага. Как вы считаете, нужно ли это? Наверное, нужно. Хотели бы поучаствовать в таком виде? Сейчас пока не готов к этому. Поддерживаю. Только я думаю, это должны делать не бабушки, а какая-то молодежь помогать в этом. Вы знаете, что такое ТОС? Нет, не знаю. Дайте я вам подскажу. Это территориальное общественное самоуправление. Вот когда в домах как бы кооперируются и делают какие-то блага. Вот на ваш взгляд, это вообще важное занятие? Важно, да. Сами хотели поучаствовать в таком? Я участвую у нас в доме свое, ну, не официально, то есть, но есть.